Всем привет! Вот такая у Владика парковка, да? У тебя есть автомобиль. Владюш, и мотоцикл у тебя есть? И вот, у Владика еще есть полицейский мотоцикл. Но ты сейчас покажешь, как ты умеешь ездить на машинке, да? Вот какой Владюша водитель. Владюш, покажи. Вот. Владик едет. Ой, с кем это Владик едет? А ну-ка покажи, кто у тебя там? Киндер. Ты киндера возишь с собой, да? Какая у тебя машинка? Что еще можно с собой пассажира возить? А, у тебя еще и багажник есть? Но киндер в багажник, наверное, не влезет. Ему там будет не очень приятно. Очень приятно ему там будет? Вот так Владик киндера в багажник положил. И все, теперь можно в путь? Все, ты поехал? Пока-пока, Владик. Приезжай. Ты все на парковку, да? Ты припарковался. На стоянку поставил машину, и ты теперь нам покажешь, как ты умеешь на мотоцикле ехать. Вот. А у тебя есть какие-то звуковые сигналы на мотоцикле? Ты можешь показать? Вот, Владик завел и поехал. И полицейский там есть сигнал, Владюш? Вот, Владик едет. Это полицейский Владик. Ого! Вот такой у нас полицейский. А покажи, что у тебя еще есть за транспорт? Пожарная. Пожарная машина? Вот еще какой транспорт есть у Владика. Самокат. Самокат. Вот как ты хорошо на нем научился уже ездить, да? Итого, какая у нас есть техника? Самокат. Полицейский мотоцикл. Да? И автомобиль, который с багажником, да? Ого, сколько у тебя техники домашней? Спасибо, Владюша, за то, что ты все показал. А еще вот такой у тебя есть транспорт, да? Ну, на нем уже ехать нельзя, но машина все равно хорошая. Играть ей очень интересно. Да, сыночек? Ну все, давай играться. Всем пока, а мы будем играть.